построен в 1961 году. В 1977 году он прилетел, стоял вначале немного там, потом его переставили в самый угол экспозиции, и им толком никто не занимался. В 90-е годы в него стали лазить, разбивать иллюминаторы. Вот. И в конце 90-х, начале 2000-х, точно дату мы не знаем, в самолете произошел пожар. Вот. Слава богу, самолет успели вовремя погасить, но вся внутренняя часть у него была сгоревшая. То есть и кабина, и салоны. Вот. То есть это были просто руины. Да? И вот два года назад мы в рамках волонтерской деятельности Монинского музея ВВС небольшой командой начали заниматься приведением его в порядок. То есть внешне, вот видно, мы там немножко, так сказать, ему обновили ливрею, которая раньше практически полностью выцвела. Ну и, соответственно, достаточно большой объем внутренних работ. Мы находимся в первом салоне самолета, был сгоревший. Вот. Нам, к счастью, подарили, ну, скажем так, дали возможность снять панели с другого самолета, который в тот момент утилизировали. И мы эти панели, соответственно, смонтировали сюда. Нам удалось более или менее привести в порядок именно первый салон. Здесь было 4 ряда по 5 сидений, 20 человек находилось в первом салоне. Вот. Потихонечку мы, соответственно, восстанавливаем кресла. Кресла идут старого образца. Вот. Сейчас такие кресла практически невозможно увидеть на самолетах. Кабина была рассчитана на 5 человек. То есть, соответственно, штурман, КВС, второй пилот. Вот здесь, где я стою, находилось кресло борт-инженера и радист. Вот. Здесь, соответственно, кабина была тоже полностью разрушена. Мы находимся во втором салоне самолета. Вот, он самый большой у Ил-18В. Вот. Здесь тоже полностью демонтирован утеплитель и обшивка, поскольку они были сгоревшие. Здесь мы видим кучу сгоревших и сгнивших панелей кабины, которые мы как раз поменяли. Вот. И мы видим кресла. Вот эти вот те самые кресла, которые мы восстанавливаем для первого салона. Планируем покрасить вот то, что есть. Вот, и сделать небольшой как бы выставочный зал. Очень много разных интересных экспонатов. Пока это у нас такая рабочая зона. Самолет Ил-17-75-737. Я прошу, если это не тридцать, и проверить фокус.